В юрок. В русскоязычной традиции существует два наименования этой птицы. Орнитологи, которые скорее принадлежат к ленинградской и северо-западной орнитологическим школам, называют эту птицу вьюрком. А орнитологи, которые принадлежат скорее к московской орнитологической школе или более южным орнитологическим школам, называют эту птицу юрком. Я обычно называю его вьюрком, так я привык с детства. Вьюрок довольно обычная птица для России, но она встречается, гнездится на севере России. Вьюрок гнездится в странах Скандинавии, а в России от Кольского полуострова до Охотского моря. Гнездится в южной лесотундре и в лесной зоне, предпочитает смешанные леса. Соответственно, зимует на юге Западной Европы вплоть до Средиземного моря, в Турции, в Иране, в Туркмении. Те популяции, которые гнездятся ближе к Охотскому морю, зимуют на востоке Китая, в Корее и в Японии. У вьюрка есть половой диморфизм. У самца передняя часть спины, голова и шея окрашены в черный цвет. И грудь круглый год оранжевого цвета. У самок намного более скромная окраска. И черного менее выражено, и оранжевый цвет значительно менее выражен, чем у самца. Соответственно, на этом видео мы видим самку. Сам, собственно, вьюрок гнездится, как я уже сказал, на севере. И там он примерно занимает нишу зяблика. Гнездится на деревьях, довольно открытые гнезда. Питается различными насекомыми беспозвоночными, ими же и выкармливает птенцов. В осеннее и зимнее время питается еще и различными растительными кормами, семенами трав. В Подмосковье вьюрка можно встретить только на пролете. Соответственно, весенний пролет идет в апреле-мае, осенний пролет идет в сентябре-октябре. В конце запись голоса вьюрка из интернета.